my dear friend, I miss you so, so much. Сегодня тема нашего урока «Мой новый товарищ». Сегодня будем читать текст о новом однокласснике наших героев, Элиоте. Будем учиться продолжать предложения, информация из текста дополнять их, а также выучим интересную динамичную песню на английском языке. Ну что ж, выполним упражнение 1 для начала на страничке 16. Сегодня мы работаем на одной странице 16. Слушай и показывай, а затем прочитай. Давай изначально я прочитаю, объясню тебе все слова, все моменты. Мы запишем неизвестные новые слова в тетрадь с переводом, а затем уже прослушаем. Окей? Окей. Поехали. This is our new classmate. Это наш новый одноклассник. His name is Elliot. Его зовут Elliot. He lives in Elm Street. Он живет на улице Elm. Выписывая это выражение, he lives in, можно поставить троеточие, street. И перевод. Он живет на такой-то улице. Улицу можно менять. Можно сказать he lives, she lives. His house is old, but nice. Его дом старый, но хороший. His family is not very big. Mommy, daddy and a baby sister. Его семья не очень большая. Мамочка, папочка и малышка-сестра. His pet owl is always sleepy. Her name is Tess. Его домашняя сова всегда сонная. Запиши выражение. Always sleepy. Всегда сонная. Поставим пока на паузу наше видео, чтобы записать, успеть. А я продолжу. Her name is Tess. Ее зовут Tess. His hobby is very special. Его хобби, занятие, так любимое, очень особенное. Запиши. Hobby. Hobby, так и переводится, занятие какое-то любимое. Special. Special, произносится слово. Особенный. He likes magic. Ему нравится магия. Magic, выписываем слово. Магия. Elliot likes books too. Elliot'у нравятся книги тоже. His favorite book is favorite, любимая. Его любимая книга, напиши слово favorite, любимая. Любимый, любимая. His favorite book is, can you guess? Можете ли вы догадаться, да, какая же у него любимая книга? Ну, наверное, About Magic, о магии, скорее всего. Ну, а теперь давай с тобой прослушаем еще раз этот текст и проследим за ним. Так, за текстом. Может быть, мы что-то прочитали и поменяли именно вот эти вот наши таблички местами. This is our new classmate. His name is Elliot. He lives in Elm Street. His house is old but nice. His family is not very big. Mommy, daddy, and a baby sister. His pet owl is always sleepy. Her name is Tess. His hobby is very special. He likes magic. Elliot likes books too. His favorite book is... Can you guess? Окей, все правильно мы прочитали. Прочитай еще раз этот текст. Теперь ты уже знаешь перевод этих слов. Exercise 2, page 16. Упражнение 2, страничка 16. А вот теперь у нас есть начало предложений. И нам необходимо их дополнить. Дополнить наше предложение информацией из текста. Например, Elliot is a new classmate. He lives in... Где он живет? Вот в тексте ответ. In Elm Street. His family is not very big. Точка. Можно не продолжать. His hobby is very special. His pet is an owl. Перед совой необходимо поставить артикль n.
His pet is an owl. Her name is Tess. Ее зовут Тесс. Elliot likes magic. Эллиоту нравится магия. His favorite book is, так и скажем, about magic. About о магии. Так? About magic. Окей. And now exercise. Конечно же, это упражнение. Запиши в себе в тетрадь, рабочую тетрадь. Перепиши его. Перепиши начало каждого предложения и дополни эти предложения. Не забудь записать, ну, дату ты уже записал, конечно же, номер страниц, на которой работаем, потому что записывал слова, да, уже неизвестные и новые слова с переводом. А затем пиши упражнение 2, страница 16, и переписывай начало каждого предложения и его окончание. А мы переходим к упражнению номер 3. Необходимо прослушать и спеть песенку. Слова этой песни у нас есть в конце книги, как всегда, да? On our fly leaf. Окей, let's go. А у кого-то слова этой песни и в материалах урока. Ну что ж, давай прослушаем и споем. Вот такая вот песенка. Давай прочитаем слова этой песни. Hoot, 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 hoot. Ну, это звуки совы, так? Пугу, пугу. Books of crystal, magic ball. Книги о магии, хрустальный шар. Hoot, 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 hoot. I like magic best of all. Я люблю магию больше всего. Hoot, 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 сова говорит, так, произносит эти звуки. Mix and shake, смешивай и тряси, смешивай и тряси. And brand new bike, новый велосипед, or a birthday cake, либо торт ко дню рождения. That's the magic I can make. Вот такую магию я могу сделать. А на этом сегодня все. Учи новые слова. See you next lesson. Goodbye, my friend. Bye.